Бойзер, там золотой. Нормально, да? Вообще, да, кольцо хлопает. Что дают-то, парни? Колбасу. Колбасу? Да, к советским временам. Беспрецедентная акция, добрый жест, доброй воли, раздача палок. Только дорогой что-то, дороже, по-моему. Доброе! Очень рады видеть новых, там, свеженьких прививших. И также вот я хотел бы сказать, исторически так сложилось, что наши турниры начинают турниры по СНГ, получается, да? Вот такие международные. И заканчивается ими. И мы, как всегда, приложим все усилия, чтобы у вас осталось доброе, хорошее настроение. И до начала турнира, и после начала турнира. Окончание. После того, как пойдете в свои сектора, просим ответа всех. Хлеб, соль. Это как, скажем так, благословение нашей земли вам. Это как обязательно. Да. Техническую часть сейчас вам Рашид расскажет по регламенту. Праздник, наконец-то мы его дождались, наконец-то он наступил. Давайте, чтобы мы играли весело, честно и в дружеской обстановке. По правилам, вкратце, времени мало осталось. При заведении рыбы под сак, по воздуху можно, пускайте, пожалуйста, желательно в воде, конечно. Если вы в подсак завели одну стань, и рыба задела при одной стане берег, сказали ни за что, пожалуйста, ни за что. Почему? Вот вы последние секунды иногда забываете при заключении кричать рыба. Вода, рыба падает в воду, он ее в воде долавливает, поэтому понятно, что не зачем. Если она попала в этот момент, за одну секунду, Горик, да, Горик, подсеченная рыба до сильного тренера. Зачем? Дальше, что вы под сака ее опускаете, касание берега, не зачем. Вот ваш соперник, он стоит, он будет следить за вами. Кто слева, кто справа. А, кто? Конечно, вы видите, либо выводить можно, если ты прикнул, да. Лёнка, всем обязательно искушать. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Серега, как на вкус? Божественно. Да, Рома. 9 ровно старт, 7 минут осталось, ребята. Yeah.
еще и здесь. Где здесь? На том берегу. Так, Сань, на, подписывай. Ну, здесь. Вот, вот, вот. Где мы подписываем? Да вот, вот здесь подписывается. Там дальше веселее должно быть. А, ну здесь все, здесь уже подписано. Так, давайте я думаю, чтобы у нас одинаково было так снять. У нас получается 10. Так, это, ну, хотите сфотографируйте, чтобы потом не было никаких. Да, лучше сфотографируйте. Всех, наверное. Не, не надо, зачем подпись капитана? Будете фотографировать? Я не думал, что это что надо смотреть, они не озвучивают 10 минут. А вообще, ну обязательно меняться или нет, по желанию. Если один человек сказал, то ты обязан. Что неправильно заполнили? Ну что так? Мы проиграем. 1-0, да, у нас? А, у вас? Нет, Серега 2 поймал. 2-1. Вот здесь кусочек? Нет, нет, нет. Заполни. Не, ну смотрится так бокам, конечно, прикольно. Ага. Был бы кармаш. Парни, как настроение? Пока печально. А в чем печаль-то? Чай горячий. Снежок московский. Ну, кривовато у тебя. Честно, прям это, ну, мне вот сейчас еще более обидно. Серега, как сыграл с капитаном бывшим? 3-2. 3-2 выиграл? Нет, проиграл. Причем реально меня вынесли на блесну, которой у меня, к сожалению, нет. Эх. Да, то есть там играл, ну, реально форма была. Ну, цвет
Саш, ты как сыграл последний тур? Я выиграл 1-0. Кто соперником был? Борис, что Борис делать Сенцов. С этим снегом Борисов. Хорбицким? Откуда он взялся, непонятно. Горы занесло. Но шутки шутками, вопрос-то такой, как этот снег и дождь отразится на поведении форели? Был ли такой опыт на каких-то других водоемах? Был, и не раз. Что будет, ну, если так предположить? Ну, вообще, здесь можно предположить, что клев улучшится. С учетом того, что... Рыбу у нас сейчас бросили прямо рядом совсем, да. Выше. Сколько нужно времени форели перестроиться, вот, грубо говоря, с солнца на зимний... Был бы я форели, я бы ответил. Мы надеемся, что она перестроится сейчас. Ты надеешься? Ну, при запуске. Ну, запах, да, свежая рыба. Сейчас этот тур и покажет, как она быстро перезапустит. Вы воблерную программу уже включали, либо все-таки остаетесь пока на колебалке? Да, я уже ловил на воблере. Да. Удачно? Да. Выиграл на воблере. Потому что я был свидетелем, что один воблер победил, одна рыба победила, в принципе. Ну, я тоже поставил воблер и 1-0 сыгрался. А у тебя какое сработало? Ну, если не секрет. Волшебная мока. Мока, вот. Вездесущая мока, ее так уже принято называют. Ладно, хорошей вам игры и тепла побольше. Спасибо, до свидания. Не поймешь. Петь, дисправил ставь. Дисправил ставь. Мы да, у нас на дисправил ловят. Красава! Я не выходил за границу своего сектора. Я поймал рыбу в своем секторе, ловил в своем секторе, вытаскивал ее в своем секторе. Хотите оспорить этот момент? Да. Я ничего не нарушил. Он меня стрелял, я не его. Давай, старший судья, тут хотят оспорить, подойдете. Александр? Была перепутка на выводе. Давайте я лучше буду. Да? Я поймал рыбу в своем секторе, вел в своем секторе, не выходил за границу своего сектора. У соседа другого сектора выдула леску, и он меня зацепил. Не я его зацепил. Я его не цеплял. У соседа был аут. У соседа был аут, я его не видел. У соседа был аут. Ну, может, леску выдало, то есть он меня зацепил, не я его зацепил. Ну, вообще, в правилах прописано четко, что по-любому, если зоны переплелись, то это не идет выше. В своем секторе это зачет? В своем секторе, да. Я поднял ее в своем секторе. Я не выходил за границы сектора. Я понимаю, но вообще, что в ситуации, если она была переплелена в соседней зоне, это как я мог увидеть, что ее леска выйдет от нам. Что я нарушил? Вы не нарушили. Ну, рыба мне не зачет. К сожалению, регламент.
Они сами 10 и 15-15, больше 16-16, потом вместо 10-13, потом, я чуть не помню, здесь написано. Где, в какой группе? Они же подписывали те эти квитки же. Что там? Я же подписан забивал. Вот они пишут здесь 10, а потом здесь написали 13. Вот здесь 6, вот почему что-то непонятно. Правильно? Потом вот здесь вот так вот так продумали. Как впечатление первого дня? Слушай, извини, что ворвался, да. Да, впечатления какие? Хорошие, позитивные. Мы больше всего переживали, что рыбка вот как на турнире, ой, на тренировке сядет быстро. То есть мы же буквально за полчаса ее как бы положили. Вот. Но несмотря на это, вот эти потом до зарыбления дали свой результат. И с каждым разом рыбка, ну, подавала свою активность. Особенно в поздние туры. Я думал, это вообще будет нули. Нет, наоборот, проявляли активность ребята и ловили. Единственное, что, ну, погода, слом погоды, сильный ветер, мороз, и есть сейчас мысли даже поменять какие-то линии на палочках, потому что с учетом корректировки завтра будет с утра минусовая погода. Вот. Ну, а в целом, я думаю, что многим понравился сам темп, вот этот сам турнир. Ребята из России, я хочу выделить Онликов, Альянс вообще молодцы, не машины. Вот. Ну, мы из Кыргызстана тоже две команды в 1/8 пока уже планируем войти, посмотрим завтра. Какой прогноз на завтра у тебя? Я думаю, что те ребята стабильные, которые играют сегодня, особенно в отрыв ушли, они будут стабильны, как минимум. Да. Это Альянс и он из Пин. Но остальные, у остальных есть шансы, потому что там буквально, я вот смотрел, с 11 места до 7, по-моему, буквально там, ну, 1.5-2 балла там, в разницу. То есть завтра все может поменяться. По погоде, как думаешь, обещают минус ночью, утром минус будет. Будет ли водоем готов, не замерзнет? Нет, водоем не замерзнет, потому что два аэратора сейчас уже включены, они разгоняют воду. Однозначно водоем не замерзнет, а вот линии будут, наверное, мерзнуть, если будет минус с утра. Вот. Ну, посмотрим. Я хочу вот эту железку убрать, к примеру, поставить плетеный шнур на старт, потому что боюсь, что я буду мучиться. По зарыблению скажи, какое будет завтра зарыбление? Будет ли на финал отдельно? Расскажи. Да, понял. Будет также у нас до старта будет зарыбление где-то в районе 1000 хвостов. Потом дозарыблять будем в районе 800 штук.
после третьего, после шестого, вот, и перед 1/4 финала за рыбьем. И на финал у нас буквально там штук 200 рыбок. Мы дозарыбим в том секторе, где будет проводиться финал. Парни, расскажите, как первый день прошел? Похуже, тот и расскажет. Давай, Андрей. Скажи. Да, мы, да вроде более или менее все нормально. Там, мы, у нас три поражения с рыбой, две ничейки и пять побед. Вот ребятам как раз в последнем туре проиграли, еле-еле поймали одну рыбу, проиграли 3-1. Ну, парни идут на теме, да, так же, как и один из альянсов идет на теме. У нас как бы тема плавающая. Немножечко мы, ну, вроде где-то попадаем, где-то нет. Ну, не хватает опыта на водоеме. Ну, и вообще, вот эта перестройка от зимней блесны, там, да, откуда я приехал. Сейчас, да, я вот под вот этот классический спиннинг. Ну, не хватает чуть-чуть вот руки дубовые, да, как-то туго все пока происходит. Ну, во второй день будем стараться исправить ошибки. Вань, как ощущения по первому дню? Мне показалось, мы нащупали то, что идем по теме. Кто у вас в команде тащит? Кто-то есть? Леха тащит? Автобус, Андрей. У нас вот получается так, что какой-то тур Ваня затащил, какой-то Щипцов, какой-то я. Потом там я провалился, Ваня провалился, у Юры там что-то не так было. Ну, в общем, как бы так взаимозаменяем. Хорошо отыграли. Как бы вот на то, что я надеялся, что вот так будет, ну, в принципе, так и получилось. Как думаешь, завтра все поменяется? Возможно, рыбы больше, как бы, ну, более системно будет ловиться. И после сегодняшнего дня люди уже как-то увидели, что кто ловит, как ловит. Что-то там уже кто-то подобрал. И завтра, я думаю, уже так посложнее будет соперники. Какой план на сегодняшний вечер? Я вот за 72 часа поспал всего 8 часов. Я хочу спать. Ваня? Перевязаться, подготовиться. Андрей? Просушить спиннинги, в первую очередь, катушки, во вторую, одно и то же, да, перевязаться, подготовиться. Но вообще, я думаю, что рыба, наверное, в целом сегодня системно ловилась. Вот, но даже в системной ловле есть нюансы, да. Кто эти нюансы более хорошо прочувствовал, тот и как бы на коне. Кто прочувствовал похуже, тот там, ну, чуть ниже, да. Кто не прочувствовал, тот, ну, еще ниже. Вот. Ну, завтра, да, новый день. Снега, надеюсь, не будет, поэтому половим морозец. То есть у нас уже было все, да? У нас было плюс 15, солнце, у нас там тоже снег там и плюс 2. И я думаю, что завтра будет там опять солнце, но опять холодно. Поэтому что принесет этот день, уже завтра будет смотреть. Спасибо. До завтра. Счастливо. Бегу, бегу.